собственной мотивации, для личной мотивации туда обязательно поехать. Просто посмотреть город, это, ну, просто невероятно. У нас будет конференция проходить в гостинице Caesar Palace. Вон она, видите, с левой стороны, вот это Caesar Palace. То есть место, оно в центральном месте находится Лас-Вегаса. Там просто очень красиво. Просто прекрасные виды из окна. И я вам говорю, что спать не будете. Да, ночью не хочется спать. Светло, как днем. И жалко спать. Да, просто жалко спать. И вы увидите, насколько это красивая гостиница. Для глаз очень хорошо. Очень хорошо для... Знаете, мы же все как компьютеры, да, мы программируем картинку. Очень полезно, да. То есть денег стоит, да, надо потратить деньги, но оздоровительный эффект настолько сильный, что эти деньги компенсируются в многократном размере. Даже просто приехать, я даже без конференции, это просто прекрасно, да. Сама гостиница, она построена в таком греческом стиле, очень симпатично, очень симпатично. Но, кроме того, что симпатично, красиво, у нас будет проходить конференция по бизнесу. Мы получим информацию из первых рук, да, из первых уст. И я немножко сегодня кое-что скажу интересное и новое. Во-первых, напомню, что конференция будет проходить с 23 по 25 ноября в отеле Caesar Palace. Стоимость билета... Да? То есть разные есть билеты, потому что одни там захотят разные варианты использовать, да, то есть кто-то оттуда приедет, кто-то с другого места, кто-то с отелем, кто-то без отеля, кто-то с друзьями, кто-то без друзей. Есть несколько вариантов. Итак, билет с совместным номером, да, $600 стоит, Но если же вы будете заранее заказывать билеты до 31 июля, значит на $50 дешевле, 550. Билет с одноместным номером $800, то есть полностью, да, то есть полностью на одного человека, он хочет все, так сказать, чтобы никого не было рядышком, сам один, $800. Ну, если заранее, то 700, если заранее, да, видите, на $100 дешевле. Билет без размещения в отеле, просто на мероприятие. $400, а так 350. Что сюда входит? Сюда входит проживание в гостинице, питание, посещение всех мероприятий. Я вам скажу, что в прошлом году компания нам сделала такой подарок, кроме всех мероприятий, там обучение, там питание, рестораны, всякие там дискотеки и прочее, то есть очень много мероприятий. Были интересные походы, нас возили на экскурсию. Был цирк, прекрасный цирк на воде, там, ну, очень красиво было все, да, то есть все сюда включено, все, что запланировала компания, то есть сами вы так никогда не уложитесь в такие деньги, это очень дешево на самом деле, очень дешево, плюс, конечно, надо будет купить билет на самолет, я вам скажу, что билеты на самолеты тоже каждый заказывает отдельно уже, и если заказывать их заранее, можно приобрести по доступной цене. Да, это стоит денег, ну, в себя всегда надо вкладывать, причем самое лучшее вложение – это в себя. Люди тратят, там, я не знаю, на разные там безделушки и прочее, но самое лучшее – это вложить деньги в себя. Почему нужно вложить деньги в себя? Потому что это самое лучшее вложение, и оно окупается минимум в 10 раз должно окупиться ваше вложение. Минимум. Так по теории. Все, что мы вкладываем в себя, оно окупается минимум в 10 раз. На самом деле оно окупается с годами намного-намного больше. И то, что мы повысим свою собственную ценность, это даже, может быть, иногда деньгами не измерить. Но что важно, да, что важно? Во-первых, давайте посмотрим, как наш рейтинг движется. Наш рейтинг движется, да, вы помните, мы были когда-то на 300 месте. Сегодня мы на 266 месте. Отдыхаем, да, стоим на 266 месте. И это хороший результат. Что я вам хочу сказать?
Начиная вот с этой конференции, вот с моей сегодняшней презентации, занятия, у нас начинаются очень важные события. Во-первых, те продукты, о которых так много говорили, они, наконец, начали осуществляться, вводиться, отлаженные, отработанные. И первый продукт, на который вот я сейчас серьезно обратил внимание, который нужен будет нам всем, я сейчас вам скажу почему, всем, кто хочет зарабатывать, всем придется, даже если не хотят учиться, да, всем придется создать веб-сайт собственный, либо кому-то, если ему не нужно. А как его создать? У нас просто и легко. Я хочу вам показать маленькое видео, маленькое. Мы попробуем сейчас в него войти, да, в маленькое видео, потому что я еще не заходил на эти видео. Сейчас я попробую вам его загрузить. Надеюсь, что у меня получится без проблем. Да. Это тоже наша конференция, кстати. Мы ей пользуемся. И я сейчас попробую загрузить вот видео. И мы сейчас с вами посмотрим, потом поговорим. Это маленькое короткое видео по строительству веб-сайтов. Наш собственный новый построитель веб-сайтов. И сейчас посмотрите маленькую рекламку. Давайте посмотрим. Я надеюсь, вам понравилось. Дайте мне знать, как было видно и как было слышно. Поставьте, пожалуйста, птички, если было видно хорошо. Прекрасно, потому что мы прямо в эфире, прямо с нашей комнаты посмотрели видео. Прекрасно. Теперь поставим птички, кому понравилось рекламное наше видео. Прекрасно. Прекрасно. Значит, все хорошо сработало. Это замечательно. И мы возвращаемся к нашим презентациям. Итак, что положительного мы берем с этого видео? Первое. Начала работать наша программа по созданию веб-сайтов в новой версии, в новых языках. Все в новом виде и, самое главное, просто. Да, я думаю, что даже по этому видео было понятно, что просто. И очень важно, все на русском языке, то есть для нас с вами. Если мы эту возможность не используем, если все, кто меня слушает, не заработает миллион долларов, ну, это будет просто смешно. Вот те, кто меня сейчас слышит, да, вот 52 человека меня сейчас слышат, если они эту информацию для себя не используют, будет смешно. Итак, сегодня мы можем зайти в наш офис, уже выставлены цены, продажи, да, можно покупать сегодня продукты. Начнем с построителя сайтов. Вы видите, есть три вида построителя сайта. Есть бесплатный, ноль. Его можно купить сейчас, прямо каждый может зайти после этой встречи нашей. Нажать на корзиночку, зайти в наш офис, найти вкладку «Купить продукт», найти самый нижний, видите, бесплатно. Не надо за деньги покупать, не надо, бесплатно. Там прекрасный веб-сайт можно создать бесплатно. Я уже попробовал. Я вам в следующие выходные дам, в следующее воскресенье дам подробнейшую пошаговую инструкцию,
Как создать веб-сайт с нуля? Любому на планете, кто говорит по-русски, и на других еще там целый ряд языков. Много языков. Даже можно на африканских языках сегодня создавать. Итак, нажимаем на корзиночку справа и покупаем себе продукт бесплатно. Его надо купить. Вам придет имейл на почту, и дальше вы можете заходить, разберетесь сами. Но я в следующее воскресенье дам подробнейшую инструкцию. Я сделаю слайды, потому что не успел. Я только получил. Следующий момент. Я через 2 дня встречаюсь с Анной Жанг, получаю всю информацию по всем продуктам, что выходит, и в самое ближайшее время всем доложу. Значит, теперь, что касается веб-сайта. Просто, интересно, красиво, легко. Каждый будет составлять сейчас веб-сайт. Даже если не захочет, я сейчас скажу, что придумала компания, что каждый будет все равно это делать. Скажу чуть позже, чуть-чуть, сегодня скажу. Во-первых, интересно, да? Интересно создать веб-сайт. Во-вторых, просто. Сейчас нужно за эту неделю готовьте библиотеку себе. Библиотеку текстов и библиотеку картинок и библиотеку фотографий. Прям так себе создайте, напишите там картинки, там мои личные картинки, картинки там, не знаю, по такому-то бизнесу, картинки, значит, того-то, того-то, того-то. Все, что вам нужно понадобится при создании веб-сайта. Мы это все потом загрузим и потом легко будем перебрасывать. Вы можете создать сайт там с 2 колонками, с 3 колонками, белый верх, черный низ, наоборот, красное, зеленое. То есть очень интересно, да, я сам даже не мог оторваться, но не было времени, и поэтому я себе сказал, что на следующей неделе я сяду, разберусь детально, и потом вам расскажу. Да, и на этом мы с вами заработаем огромные деньги, да, мало что с удовольствием. Почему? Потому что всем надо, понимаете, потому что для всех это дорого, никто ничего не знает на планете, можете себе представить? Мало кто разбирается, а те, кто разбираются, дерут шкуру с остальных, да? Там их пару человек разбирается. Мы с вами сделаем, что будут разбираться все, кто захочет. Мы научим каждого, кто захочет. Причем, как я сказал, есть бесплатные, есть более профессиональные и совсем профессиональные. Да? Я вам потом все это расскажу и покажу. Главное, что все начинается, да? И начинается с веб-сайта. Вы знаете, конечно, мы же в интернете. Чего надо начинать? С веб-сайта. От простого к сложному. Помните, как говорил наш вождь, учитель? От простого созерцания, да, к абстрактному мышлению. И от него к практике. То есть надо учиться у наших, то, что нас учили, да? То есть они были правы. Проблема марксизма одна единственная. Одна единственная была проблема. Они говорили, что прибыль создает рабочий класс. А прибыль создает тот, кто придумал. Вот в этом ошибка. В этом ошибка. Они сделали не туда ставку. Не то маленькая ошибка. Рабочий класс он исполняет. Но прибыль, если вы не придумаете, если не будет веб-сайта этого, да, если его не придумали те, кто его придумали, то мы бы с вами не смогли бы этим пользоваться. Как бы мы ни хотели, да, не можем этим пользоваться. То есть те, кто придумали, они создают эту прибыль фактически. Но они с нами ею делятся, мы с вами знаем. Сегодня мы являемся участниками этой компании полноправными. И я думаю, что сегодня все, кто это увидит, он не останется равнодушным. Потому что веб-сайт сегодня в интернете – это главное. И мы сегодня поднимем наш трафик мгновенно. Что придумала компания? Вы знаете, что по нашему маркетинг-плану мы с вами получаем за репокупку, получаем ежедневные деньги, да, за репокупку. То есть, делая репокупку, мы получаем доход. Так вот, сегодня у кого не будет веб-сайта, кто не будет, некоторые просто коллекционируют себе там кредиты и боятся их потратить, да, то есть жадничают, не хотят. Ну, понятно было, что не было у нас, так сказать, тяжелый был веб-сайт, тяжело было сделать. Сегодня это сделать легко. Поэтому нужно движение, да, движение. Мы должны сделать веб-сайты, каждый должен сделать веб-сайт, либо свой, либо чужой, и поставить его на раскрутку. На раскрутку. Я буду на следующей неделе обучать, как это сделать.
как создать веб-сайт и как его поставить на раскрутку. За один час я всех этому научу. За один час. Каждый сможет это делать. Но что же будет, если мы этого не будем делать? Значит, компания просто решила, что она не позволит нам делать репокупку. А раз мы не будем делать репокупку, значит, мы не будем получать один из видов доходов, довольно серьезный. Поэтому это, так сказать, изменение маркетинг-плана будет способствовать тому, что мы все будем вынуждены создать веб-сайт себе, ну зачем кому-то, лучше себе, при этом вынуждены заработать, да, вынуждены заработать, вынуждены начинать что-то делать, и при этом получим еще дополнительный доход за репокупку. Поэтому есть, конечно, это все время, не переживайте, это все не с завтрашнего числа и не с послезавтра. У нас есть время, поэтому начинаем серьезно работать. Практически, так? Время теории закончилось. Начинаем работать практически. Значит, на этой неделе я прошу, всем даю домашнее задание, подготовиться, продумать, какой веб-сайт хотели бы создать. Сидеть вот и думать, да, вот ходить и думать, ехать в автобусе, троллейбусе и думать. Придумать себе веб-сайт, все, что вам нравится. Лучше всего начать думать, создавать то, что вам нравится. Если нравится там борщ готовить, значит сайт про борщ. Значит, нужно создать картинки по этому борщу, да, фотографии по борщу, описание, как его делать и так далее. Кто планировал давно создать себе какой-то бизнес, значит, или у кого есть уже какой-то бизнес, значит, сделать по нему веб-сайт, свой собственный, придумать себе домен. Пока еще домены свободные на этом сайте. Можете придумать любые домены классные. Может, потом продадите домен свой за огромные деньги. Придумайте, то есть неделю это нужно думать. И потом я дам тренинг, всем объясним. Я думаю, и компания даст тренинги. Может, еще что-то будет интересно. Я думаю, что появится много людей, которые будут делать тренинги. Сейчас просто один будет делать лучше другого. То есть будет столько информации, да, на русском языке, что сможет создать сайт с видео, там все, с выходом с видео, с выходом на социальные сети, на все, ну просто замечательно, да? Я так чуть-чуть посмотрел, ну просто супер, и главное легко. Потом взяли мышкой, перетянули себе фотографии, перетянули себе ваши тексты, и сайт готов. И вы всегда можете внести в него изменения и дополнения. И это ваш веб-сайт, если вы сами научитесь, научите любого, любого, у кого сегодня есть бизнес, у кого его нету, у кого он должен быть. Вот такая вот прекрасная информация. Да? То есть мы этот ждали, да, мне люди спрашивали, спрашивают, когда, вот оно, сегодня, есть, готово, да? Причем отделано все в лучшем виде. Если вы зайдете еще на сайт, там есть пошаговые инструкции. Пока нет на русском языке пошаговой инструкции, только на английском. Пока. Но уже на русском выставлена русская вкладка. И все-все операции, все-все будет в виде видео, в виде различных инструкций, будет все разъяснено. Но до того, как будет разъяснено компанией, мы начинаем сами, да, не дожидаясь никого. Поэтому я думаю, что я всех, во-первых, поздравляю. Сначала, да, время классное сейчас, да, вы знаете, что сейчас Сатурн и Юпитер в таком состоянии, что с 19 июня по 2 ноября те люди, которые будут начинания новые делать в своей жизни, любые, все получится, это самое лучшее время для начала. То есть у нас все совпадает. Все совпадает. Люди сейчас некоторые могут к 1 ноября, да, к нашей конференции могут невероятные вещи сделать. Мне даже трудно сказать, какое оружие мы сейчас получили для себя. И я думаю, что это главная новость, которую я сегодня хотел рассказать. Мне даже не хочется затрагивать другие темы абсолютно, потому что мы много говорили обо всем. Сейчас мы должны начинать заниматься практикой. Практикой, да? То есть время подготовки, оно, в общем-то, закончилось. И сегодня практика. И мы должны показать, чему мы научились, и что мы можем, и чего мы стоим в этой жизни. Лучшего времени не будет. Лучшего.
Я вам скажу то же самое, как и Юпитер с Сатурном. В такой фазе будут в 2078 году. Да? Ждать придется в следующий раз такого состояния. Ну что, со всех сторон подготовлено все, понимаете? Нам дали шанс со всех сторон. А использовать его должен каждый лично. То есть никто никому не может помочь. Я могу вам помочь только, чтобы вы сами себе помогли. Мы не можем никому помочь. Да, взять за грудь и трясти. Нет. Мы можем помочь каждому, чтобы он сам себя научил. Все получат информацию. Мы все научимся. И начинаем с веб-сайтов. Все остальное постепенно будет приходить. Постепенно. И я думаю, что вот эта вот главная информация, которую хотел сегодня вам рассказать, и не хочется больше ничего, ни о чем другом говорить. Поэтому, если кому-то сегодня недостаточно чего-то, да, по его мечте, он это может себе осуществить. Абсолютно. Сегодня тот миг и тот шанс, когда он дается каждому человеку. То есть нужно просто на себя взять знания и желание сделать что-то. А то, что мы делаем, оно нужно огромному количеству людей. Огромному. То есть мы сегодня входим в стадию, когда огромному количеству людей нужно вот это все. Нужен простой, доступный веб-сайт. Нужна простая формула по продвижению этого веб-сайта. Не просто создать веб-сайт, а чтобы его видели другие люди. И это мы сегодня с вами сделаем. Я думаю, что мы на русскоговорящем пространстве... Я думаю, что мы тоже чего-то стоим, и мы способны это доказать и себе в первую очередь, и всем остальным. Вот такая у меня сегодня была информация. Я думаю, что всем понятно, о чем шла речь. Да? Мы не будем больше ни о чем другом говорить. Я только единственное, что хочу еще раз напомнить, что Лас-Вегас не за горами, и надо сегодня продумать об этом. В Лас-Вегасе, и прошу прийти в следующие выходные. Я постараюсь подготовить для вас практическую информацию, как создать веб-сайт с нуля, и как этот веб-сайт поднять на вершину блаженства, да, на самую вершину. Конечно, если мы это сумеем делать, если мы это научимся делать, мы сможем помочь огромному количеству людей. А раз мы поможем огромному количеству людей, то мы поможем и себе. У меня вся информация на сегодня. Я всех благодарю за то, что вы сегодня были здесь, в этот летний вечер, и приглашаю всех через неделю. До встречи! Спасибо! До свидания!